Элли, я нашла Роланда. Он направляется к логову. Надеюсь, вы знаете, что такое логово. Ага, нора, кишащая всякой мерзостью. Как я рад. Никак нельзя посерьезнее. Чем дольше будете тянуть, тем скорее она сознается о Мерсере. Ой-ой, что ты? Как бы его не разозлить? Что ж, нет проблем. Нет, мистер Мерсер. Сэр, мои маршруты обходят стороной все посты черного дозора. Значит, все запасы белого света сейчас покидают зеленую зону. Да, последняя партия прибудет через пару часов. Джеймс Хеллер, да? Я Сабрина Галловей. Знаю, вы можете меня убить, но сначала выслушайте. Ради вас же. Вы не такой, как другие. Да? С этим вы согласны? Что ж, и я не такая. Издеваешься? Поймите, все остальные беспрекословно подчиняются Мерсеру. А вы нет. И я тоже. Чушь. Слушайте. Я чувствую развитых. Это дар. Ну и дар. Я же тебя врасплох застал. Именно. Вас я не чувствую. И, кстати, еще одного. Развитого по имени Роланд. А мне что до этого? Вы хотите, чтобы кто-то из нас, неуловимое создание, за вами следило? Обо всем докладывая Мерсеру? Мразь, я хочу всех вас перебить. Плевать, кого первым. А мне нет. Так что подумайте. Круг подозреваемых сузился до трех. Я назову все три имени. Убьете его, сдам других. И останусь жива. Что скажете? На чьей ты стороне, а? Своей. Один такой уже пытался меня использовать. Раздавил его как мошку. Если понадобится, и тебя раздавлю. Не бойтесь. Мы с вами сработаемся. Белый свет может мутировать? Нет, он мутабельный. Сам не меняется, но мы можем его изменить. Ладно, во что? Вы меня не так поняли. Он ни во что не превращается, но приобретает дополнительные свойства, получая новые возможности помимо основных. То есть мы можем придать ему новые побочные эффекты? Да, это я и имею в виду. Отсюда надо. Что, вам не по себе? Да, на нас охотится мужик, который возникает из ниоткуда и жрет цистерны. Похоже, веселое будет время. А кто-нибудь подумал, чем эти твари питаются? Бен, они жрут людей. Просто мое мнение... Все вирусные мутанты были людьми, так? А люди всеядные. Нам для выживания требуется 4 группы продуктов, а все вирусные твари исключительно плотоядные. Как? Как вирус может изменить столь базовый признак? Ты слишком много думаешь. А управлять этой штуковиной не сложнее, чем полноприводным. Да ладно! Знаешь, Бертрам, отличия все же есть. На твой полнопривод вряд ли когда-то прыгали плотоядные мутанты, пытающиеся тебя сожрать. Вы ошибаетесь, сержант! Вы не знаете моих кузенов Виллиса и Бамфорда! Я не знаю, шутка ли это. И знать не хочу, если честно. Уберите это нафиг. Эти файлы должны быть в каком-нибудь архиве. Почему? Кто они? Данные собраны по Джеймсу Хеллеру. Здесь, в зоне карантина. И ты это с собой носишь? Ты меня прости, мне, пожалуй, срочно пора. И в
все равно все сводится к шифрованию. Объяснитесь. Замки на дверях. Будь там шифр получше, этот гад Хеллер ни за что бы их не открыл. Ввести 64 цифры и через генератор каждые 3 часа. Тогда, чтобы он мог войти, одному из нас пришлось бы его пустить. Если только зараженные образцы не сбегут и не уничтожат базу изнутри. Да, наверное, так и есть, сэр. Моя рота защищает людей доктора Кёнига. Ваш взвод переходит под мое командование. Они теперь подчиняются доктору Арчер? Сначала спроси разрешения, а потом открывай рот, говнюк. В связи с текущей ситуацией вы будете получать минимум информации. Остальные данные только для лейтенанта Райли и меня. И чтобы не пришлось потом исправлять ваши ошибки, командование возьмет на себя лейтенант Райли. Свободны. Райли, есть данные по местонахождению Кёнига? Боюсь, нет, сэр. У него был полный доступ ко всем складам белого света. И пару раз он намеренно скрыл, чем занимается. Я сомневаюсь в нем и в его людях. Черный дозор решил, что может нас обмануть, отправляя данные с вертолетами. Они ошибаются, сэр. У меня люди по всем основным крышам в городе стоят. Вертушки будут сбиты. Хорошо. Мне нужны эти данные. Ничего странного в группе Гамма-2 не замечено? Да, они все доктора ксеноморфологии. Ну да, это тоже. Но ты с ними разговаривал? Жутковатые они какие-то. Донал, это же Гентек. Ну что ты? Это Рукс. Пришлёте нам последние координаты, Арчер? Ну, удачи. Арчер ушла. Пропала, когда Хеллер перебил людей Кёнига. Последним из людей Арчер исчез доктор Гутьеррес. Передаю его координаты. Вас понял. Так, вы ведь предприняли все необходимые меры предосторожности. Гарри, это сообщение от доктора Кёнига и Арчер. Ты знаешь, куда его доставить. Думаешь, я позволю себе расстроить Алекса Мерсера? Хорошо, доставьте это на базу, Адамс. И поскорее. Доктор Гутьеррес, вы уверены, что действие распространится? Даже малейший образец при внедрении в крупную особь упрощает переход. Арчер просто нужен точный процесс. Оно и правда так будет? Как вы описали? Не беспокойтесь. Как только он установит связь, Мерсер будет контролировать весь белый свет до последней капли, до последней молекулы. Доктор Арчер, ваши люди достигли цели? Внедрение завершено на 98%, доктор Мерсер. Обработаны почти все запасы белого света. Это плохо. Мне нужно все. Хотите, чтобы я вернулась? Сэр, но риск заражения... Если не вернетесь, риск будет гораздо больше. Есть, сэр. Райли, отзывайте своих людей. Цель появилась. Кто? Арчер? Где она? На одном из складов белого света. Забудьте о ней. Возвращайтесь, у нас много дел. Уже в пути. Просто любопытно. На каком складе? Из рапорта узнаете. Шевелитесь! Вас понял. Осторожнее с образцом, Дженкинс. Он гораздо сильнее тебя. Доктор Арчер, это так. Культура, которую вы добавляете в белый свет, была взята у самого Алекса Мерсера. Именно. А потом отнесись к нему с почтением. Иначе будут последствия.